Просто мой друг Шамаров, вот я не понимает. Я понимаю, что твой товарищ меня хвостит. Он был в детском саду, Шамар. Когда он приходил... Огонь батарея! Огонь батальон! Когда Шамар приходил сюда домой, вот в эти стены, его спрашивали, Витенька, Витенька, что вы в детском саду делали? Мы поели, фокусы показывали, пописали, берешь шапочку, накрываешь, опа, полный значков. Пожалуйста. А ты так много ешь, лезгаю шапочку, цилиндр, накрываешься черной тряпочкой, пустую шапочку, поднимаешь полный значков. Всему саднику раздарил. А он, а дальше в обед что делал? Крейсер «Аврора» знаешь? В обед что делал? Крейсер «Аврора» знаешь? Вот такой портрет красками нарисовал. Не умею рисовать. Старшая говорит. Взял вот, кисточку, крейсер «Аврора» нарисовал. Воспитательница старшая говорит. Детки, садитесь, пообедайте, идите сядь, пописайте. Сядь, пообедай, пописай. Вечером опять поужинайте, идите пописайте. Ты пописывал, пообедал. И она, родители говорят, и что вы только писаете? Нет, только, ну, говорит, только как писаем. И как вы писаете? Отец спросил. Ну, мальчики из краников, девочки из ничего, говорит. А воспитательница? А воспитательница говорит, писает из щетки. Из щетки. Из щетки? Да. Писает из щетка. Забыла побрить. Спасибо. Убери фотоаппарат свой. Я не знаю, тетя. Я уже не вижу, что ты... Чего эта попса тебе нравится? Сегодня такая, как ты, мадам, мне в интернете написала, мадам. Мадам, мадам, я громче. Что ты там с Анбой возникаешь против Цоя, против Талькова? Да, и против Талькова. Что ты возникаешь? Что ты возникаешь? Я возникаю? Да. Ну, у Талькова был продюсер Айзеншпис. 11 лет в тюрьме сидел. И когда был в Донецке был концерт, песняры приехали, Долина. Убери фотоаппарат. И все. Деньги забрал Айзеншпис. И Каневский, когда, говорит, за что ж убили Цоя? Говорит, Цой все деньги забрал. В Донецке в 89 году. И Талькова там пиздит. Мы этот фестиваль ради экологии проводим. Я тоже так. И она говорит, какого ты имеешь права с Анбой вообще вмешиваться в эти дела? Я говорю, потому что я знаю пидорасную московскую эстраду. Правда, она написала. Пидорасная московская эстрада. Ты ж пророк. Я знаю, что такое центральное телевидение их обслуживает. Министерство культуры. И госконцерт вау. Этих пидорасов. Вау. Этих пидорасов вау. Обслуживает. Круто. Она обосралась, эта девочка. Круто. Она думала, напала на вау. Мальчика, который боится чего-то. Она обосралась сразу. Каневский говорит, за что ж убили Виктора Цоя? А за то, что он деньги в Донецке все взял. Не он взял, а Айзеншпис взял. Айзеншпис, его продюсер. А кто убил Круга? А Круг это совсем другая история. Круга, кто? Круг это совсем другая история. Мелкие воришки там какие-то. Пришли пробарахлиться, а семья оказалась свидетелем, их убрали. Малолетка решила меня там подстремачить в интернете. Я слышал. Про московскую недавно пидорасную историю. Думаю, о смерти Круга я был в Оржеве. И после меня там за какое-то время кругу убили. Я так ездил на Шишкуки, Волгу переплывал. А ты там не присутствовал случайно, ну? Я знаю, кто их обслуживает. Только всех. Я хотел. Эти пидораски с 12 этажа, редакторши. Со Станкина. Раз. Я там присутствовал. Госконцерт. Я бы говорю, сучки. Хотят бы разорвал. И Министерство культуры их прикрывает. Этих пидорасов московская голубая эстрада. Ты хотел домой пойти? Я иду сейчас домой. Я шучу. Я иду сейчас домой. Я люблю справедливость. Я поэтому знаю. Все, я молчу. Московская голубая эстрада. Голубая. И распустила эта сучка, лесбиянка Пугачева, всю эту хуету там. Ну типа Шура.
беззубый. А она любила мужиков видеть голубыми, это Пугачева. Пока вот сейчас ее не дернул инсульт, она сейчас бегает по церквям, а тварь. А что ты Галкин такой? Она бегает по церквям. Киркоров ездит туда, на в Крым. Ай-яй-яй. Долголетие ей искать. И чем он ее удовлетворил? Киркоров едет в Крым. А мы вот Галкин, всем, старухи. Пугачева всем удовлетворил. Вот мне вот интересно, Галкин, Пугачева всем удовлетворил. Так, тихо, молчи. У тебя жена есть? Конечно, есть. Я холостой. А, ты проявишься? У тебя жена есть? Любимая девушка есть. Иногда нужно было эту бабу, Жириновский, две, ей пизды дал Пугачевой, правильно сделал? Построить было нужно. А то она мужиков хотела голубыми всех видеть в России. Падла. Это падла Пугачева хотела голубыми всех видеть. Это она сделала там с этими ребятами. Цой не поддался, Цой погиб поэтому. А Моисеев поддался, Пресняков поддался младшенький, голубая московская эстрая.